Привет всем. Ну, сейчас сниму видео по просьбе зрителей по замене свечи на Majesty 250 Grand Majesty. Ну, там все просто. Ну, люди есть такие, что и... Ну, я тоже, вот, например, не знал, как это делается, как ее менять. Посмотрел по мануалу. И оказалось все просто. Ну сейчас мы заснимем. Так, ну у японцев все предусмотрено тут. Значит, есть инструмент. Ну про этот инструмент даже не каждый япончик знает. Вот лежит инструмент. Так, не знаю, видно. Вот здесь вот. В лотке. Блин. Светануть-то туда. Сейчас. Значит. Вот у них инструмент на липучке. Вот липучка, вот инструмент. Не каждый даже японец про него знает, потому что делать там ему нечего. Вот инструмент, вот свечки. Включил вторую камеру для подстраховки. Дальше берем, убираем вторую половину. Откручиваем здесь три самореза. Открывается люк. Сейчас. Так, инструмент весь есть. Берем. Раз. Обычно он тут ржавый. Шестигранник. Свечной ключ. И отвертка. Все. Вот весь инструмент. Это пока сложим назад. Вот нам что понадобится для замены свечи. Так, ключ сейчас померю какой. На 16. Ключ специальный. Значит, здесь стоит резинка. Не знаю, видно? Резинка, ну, чтобы свечку он захватило. Так. Отверткой откручиваем. Откручиваем, короче. Саморезы. Блин, тут снимать, конечно, неудобственно. Так. Да туда раз. Два. Три. Дальше. Сейчас я зайду с той стороны. Вот
Вот отсюда из паза вытаскиваем. Все. Сняли лючок. Так, видно, нет. Вот колпачок свечной. Блин, ну вот отсюда камеру не поставлю. Сейчас попытаюсь, конечно. Вот он колпачок. Снимаем. Вот такой он длинный. И в сторону. Дальше вставляем ключ. Туда чуть-чуть его подутопить. И выкручиваем. Так, что у нас тут? Блин, горело. Так, не видно. Ага, вот так видно. Берем раз и откручиваем. Свечу не надо затягивать сильно. Чтобы не сорвать резьбу. Сейчас заодно и посмотрю, чего в этом году не выкручивал. Нету. Ну, отлично. Вообще класс. Стоит здесь сейчас. Посмотрим. Смотрим маркировку. Так, это я уже покупал. НЖК ЦПР 7 ЕА. ЕА 9. Так, эту я покупал. Значит, стояла здесь. По-моему, сейчас я посмотрю. Да, вот эта вот родная стояла. Ну, снял. Пусть будет в запасе. И прикупил еще на импаксе. Это, значит, коробочка с переводом на русский. Сделана в Японии, написано. Свеча зажигания. Маркировка. Вот. Этот с этого же магазина прислали вот эту еще свечу. Значит, что у нас тут? Тут, короче, все по-английски и по-японски. Маркировка та же. Свеча такая же. Ну, эту оставлю. Вот и все. Вот и все. Ставим свечу назад. Видео снято. Долг выполнен. Оп. Вот. Для чего резинка нужна была? Чтобы
не выскакивало, потому что шахта глубокая. И вкручиваем. Резьба длинная, так что затягивать ее не стоит сильно. Достаточно этой отверткой. Оп, ставим колпачок назад. Вот, прилегла, тут все прилегло. Качается. Так, ну что, заведем, проверим. Холодный, правда. Уже тут у нас минус ночами. Не знаю, да должен завестись-то. Тут, короче, все по-английски. И по-японски. Маркировка та же. Свеча такая же. Ну, эту оставлю. Вот и все. Вот и все. Ставим свечу назад. Видео снято. Долг выполнен. Все, это закручено, это закручено. Собираем в обратном порядке. Ставим. Оп. Вот в пазы попал. Вверх уже не уйдет. Больше тут инструмент никакой не нужен. Хитростей тут особых нет. Ну, конечно, я сам боялся первый раз эту крышку откручивать. Думаю, мало ли чего тут. Возможно, кому-то пригодится. Невозможно, а пригодится. 100%. Хоть это такое никчемное видео, но как учебное пособие вполне годится. Имеет место быть. Ну да, чуть попутал. Значит, речной ключ в длинную, отвертку в короткую. Вот, все, все заходит. Дальше. Это сюда. А это сюда. Все. Застегивается без усилий. Все положили. Вот, все, чик. Дальше на место прилипли. Все. Все, свеча работает, мотор работает. Все, это закрыл. Ну вот и все. Вы просили, мы сделали. Ну, сами знаете. Ставим лайки. Кому понравилось, кому не понравилось, не ставим лайки. Ну, желательно подписывайтесь на канал. Мне это будет приятно. А когда мне будет приятно, я буду снимать так, что и вам будет приятно.